Сотрудников оставили без крыши над головой 54-летнего жителя Зеленограда. Мужчина набрал кредитов и, чтобы погасить их, выставил на продажу квартиру. Потенциальные покупатели пообещали заплатить за недвижимость 6 миллионов рублей, но сразу предупредили, деньги они отдадут после заключения сделки. Когда все документы были оформлены и квартира перешла в распоряжение новых собственников, троица пропала. Мы были сотрудниками уголовного розыска. Знаете, за что? Знаю. За что? Ну, сказали, за 159-я статья. А эта женщина помогала с оформлением документов. Задержана сотрудниками полиции. По какому поводу? Мошенничество. Еще один мужчина выполнял роль водителя. Все трое аферистов готовятся предстать перед судом. Полицейские устанавливают, есть ли на счету мошенников другие жертвы. Бывший владелец заявил в полицию. Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России и УВД по Зеленоградскому округу Москвы установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 51-летняя женщина и двое мужчин 43 и 44 лет. Квартиру, полученную мошенническим путем, злоумышленники сдавали в аренду. Этот мужчина больше других общался с жертвой и договаривался о сделке.